Доброе утро, Украина! Это дядя Жора и мой прогноз погоды на сегодня по данным Синоптик.UA. Холодный и пасмурный день ожидает всех жителей Украины. В Киеве весь день будет облачно. Днем пройдут дожди. Плюс 7 градусов. Вы представляете? Пасмурно и в центре страны. Плюс 8. Теплее всего на западе. Плюс 11 градусов. День будет ясным. Да что ж такое тут? Прохладнее всего на востоке. Здесь 6 градусов. Вы что? 6 градусов? Я вас прошу, 6! Выше нуля, выше. На севере страны облачно. Возможны дожди и плюс 8. А теперь покатай меня, большая черепаха. А на юге страны весь день будет ясным. Сегодня здесь 9 градусов тепла. Народная мудрость. Настоящая женщина должна спилить дерево, разрушить дом и вырастить дочь. Это был дядя Жора. Я желаю всем хорошего дня и солнечной погоды. Пока. Разбудите завтра.